Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 14 января, и мне доставили вот такой замечательный белый пакет. Ну, а что в нем? Не буду вас задерживать, и поэтому сразу достал содержимое. Это новогодний подарок от Тинькофф Банка. Итак, что же в нем мне доставили? Первое. Это замечательный большой белый пакет, в котором такая замечательная книга. Олег Тинькофф «Как построить крупнейший онлайн-банк в мире». Замечательная книга. Я ее прочту. Там еще картиночки есть. Так. Господи, какой он прекрасный. Вы не поверите, но меня белый пакет с логотипом Тинькофф радует больше, чем книга. Это странно, но это факт. Он внутри, кстати, желтый. И второе, что приехало, это рюкзак. Тинькофф. Тинькофф. Вот такой вот красивый серый рюкзак. Тинькофф. Так. Действительно, очень классный рюкзак. И он мне нравится. Он даже по размерам мне подходит, в плане того, что он достаточно вместительный. Вот. А я как человек, который любит много чего запихать, тут получается два кармана. Первый и второй. Так. Вот. Вот этот, я так понимаю, под ноутбук. А вот первый, основной, большой, он для всякого мусора. Вот. В целом, вот такой подарочек мне заслал. Просто обожаемый мною Тинькофф Банк. Всех еще раз с Новым годом. А уже с новым, еще и с новым старым годом. И до свидания, Тинькофф Банк. Люблю тебя.